Московской области реализуется подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих 7 и более детей». На территории Одинцовского округа жилищная субсидия предоставляется полным многодетным семьям и семьям с одним родителем в случае, если дети проживают вместе с родителями и не менее 3 из них в возрасте до 18 лет. Еще одно условие – необходимость состоять в администрации округа на учете нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма.